старинные дома Ейска, улица. Это начало 20 века или конец 19-го. А это тоже старинный дом Ейска, улица Шевченко и Первомайская. В тени акации, такие наличники, ставни, фронтон даже есть. Ну, таких домов уже мало. Местный рынок в Ейске, такие запахи прекрасные, такие прекрасные. Тут овощи, фрукты. Ой, прелесть какая. Тут мы сейчас покупаем помидорчики ейские. И вот такой перчик надо. Такой перчик тоже. Потом. Город Ейск был основан в 1848 году как порт, как морской порт, место для перевозки сельскохозяйственных культур, пшеница в основном. Потом в 1850 году как город. И вот такие дома появляются в конце 19 века. Такие с наличниками, как кокошники, с красивыми крылечками, и улица вот эта вся вот такая зеленая. Старый Ейск. Наверное, таким он и был в конце 19 века, когда только осваивался купцами, рыболовами, как порт. Крест в честь 300-летия казацкого кубанского войска. Да, со дня освоения, присвоения этого имени. В Ейске есть такой памятник герою Советского Союза Сергею Роману. Вот он 27 лет от роду повторил подвиг Матросова и погиб. Вот такой юноша, молодой. Его именем названа улица в Ейске. Его помнят, приносят гирлянды, цветы. Светлая памятник косоположнику бокса в Ейске Дмитрий Тихомиров. Он был, наверное, учеником Ивана Поддубного. И мне очень нравится его изречение. Он сказал: «И спорт, и музыка во мне неразделимы». Одна из улиц Ейска – улица Ленина.
Вот такая красивейшая улица. Фонариками, сохранившимися старинными зданиями. Вот здесь и санаторий Ейск. Мы сейчас по ней прогуляемся и посмотрим, что дальше. Улица Ленина, продолжение. Вот остатки старинных зданий, отреставрированы очень хорошо. Памятник Нонне Мордюковой в Ейске. Сергею Федоровичу Бондарчуку. Он здесь родился, окончил школу и первые роли сыграл вот в этом театре города Ейска. Благодарные жители поставили этот памятник в знак уважения и признательности. Хороший режиссер, артист. Красивейших улиц Ейска, улица Свердлова. Вот. Вот это здание мне напоминает угол Кузнецкого моста. Такое, как здание биржи. Над морем.